Добрый вечер, дорогие друзья, на сцене Росы. В КВНе принято сначала рассказать, кто мы, чтобы вы понимали, что будет происходить. Вот тупой, вот умный, я обычный. Ну что, всем все понятно? Мне непонятно. А мне понятно. Ну вот и познакомились. Нижнему Новгороду в этом году исполняется 800 лет. Поэтому мы сегодня готовы разнести. Напитки разнесите, мальчики. Чё, фу? Никогда не целовался, что ли? Еще один участник нашей команды, Аня. Человек, который может работать в любой организации со словом «бюджетная». Ань, давай сразу договоримся. Мы в этом году рассчитываем как минимум на 1/4 высшей лиги. Гляньте, Александр Васильевич, какие наглецы. Только в вышку попали, уже рассчитывают на долю в семейном бизнесе. Анна, ваша вербальная агрессия неуместна. Прекратите. А ты чего какой напряженный? Расслабься. Вот тебе сертификат на эротический массаж. Спасибо. Только учти, там очень требовательный клиент. Анна, вот вы тут целуетесь с кем ни попадя, а я, между прочим, давно в вас влюблен. Ой, да все вы сейчас так говорите. А вот стану я толстый и некрасивый. Посмотрим, как вы запоете. И вообще, Александр, мы с вами давно расстались. Да? Ну и когда уже заберете свои вещи? Они тебе мешают. Они мне не идут. Вы на Сашу внимания не обращайте. Саша у нас из тех людей, которые моются хозяйственным мылом. Вы только хозяину не говорите. Так, ладно, я, собственно, чего вышла. Константин Львович, я знаю, что нужно вашему первому каналу. Значит, вчера в передаче «Мучное и женское». Мучное, говорю. Значит, «Мужское и сдобное». Я, наверное, пойду перекушу, вы пока начинайте. Ань! А ты знаешь, кто первым бежит с тонущего корабля? Любой адекватный человек. Так прекратите. Друзья, КВНу в этом году исполняется 60 лет. Владислав, а зачем некоторые команды заостряют внимание на возрасте КВН? Как будто люди не понимают. Неужели вы думаете, что КВН могут смотреть вот такие телезрители? Галя, я не выкупаю. А сколько лет мы смотрим эту молодежную передачу? Шестьдесят. А молодежь не устала? Представьте, женщина уронила уголь от кальяна себе в декольте, но не сразу это заметила. Саша, я думала, это изжога. Номер объяви. Хорошо. Отец пришел забрать из детского сада свою провинившуюся дочь. Опять дралась? Угу. С девочкой? У-у. С мальчиком? У-у. Со сторожем? Угу. Победила. Mm-mm. Проиграла. Mm-mm. Победила за явным преимуществом. Mm-hmm. Ну и за что ты его так? Mm-hmm. А, кепка понравилась. Mm-hmm. Дерешься, никого не слушаешь. Кем ты станешь? Mm-hmm. Понятно. Друзья, а сейчас смотрим и узнаем себя. Владислав. А зачем некоторые команды говорят «смотрим и узнаем себя»? Как будто люди не понимают. Неужели вы думаете, что КВН могут смотреть вот такие телезрители? Галя, я не выкупаю. Это что, я, что ли?
Или что? Да. Я вот себя вообще не узнаю. Да тебя мать родная не узнает. Представьте, очень сильная девочка зажала нос и чихнула в себя. Саша, заткнись и просто объяви номер. Хорошо. Друзья, в Кремле работают обычные люди, и там тоже есть столовая. Итак, представьте, повариха в кремлевской столовой. Так, новенький, значит, поправки в меню я внесла, там одобрили. Анна Сергеевна, еще хотела уточнить. А мы до скольки работаем? Как все, до 65. У нас есть какое-нибудь фирменное блюдо? Конечно. Называется «Северный поток». Что это? Вода с газом. Только мы ее открыть никак не можем. Анна Сергеевна. Нужно срочно приготовить ужин. К нам едет белорусская делегация. Им как обычно. Поняла. Записываю в тетрадочку. Так, кофе по-турецки из меню вычеркиваем. Анна Сергеевна, а вот если бы к вам сейчас зашел, ну не знаю, губернатор Нижегородской области, что бы вы ему предложили? Ну какой-нибудь салат грамм, так 800. Анна Сергеевна, кофе по-турецки в меню возвращаем. Но с июня. Алло, Ленка, можешь путевки в Турцию не сдавать? Да 100% с июня откроют, я отвечаю. Друзья, мы надеемся, вы прониклись вайбом нашей команды, и в этом году мы станем хедлайнерами высшей лиги. Владислав, а зачем некоторые люди не к месту употребляют иностранные слова? Вот для кого вы это делаете? Неужели вы думаете, что КВН могут смотреть вот такие телезрители? Галя, I don't выкупаю. What the fuck is going on по телевизору? А я в школе немецкий учила. Ферштейн? Дякую. Друзья, ну и в конце. Мне достаточно неловко сегодня здесь выступать. Я бы на вас посмотрела, если бы в жюри ваш бывший сидел. Ну, не буду говорить, кто это. Когда оценки ставить будут, сами все поймете. Команда КВН «Росса». Целуем в обе щечки. Город!